Всем привет, братва, с вами Император Prime. Парни, в общем, сегодня тема, знаете, о чем пойдет? Еще разочек хочу просто показать, короче, как возможно работать в режиме столкновений, как набивать, как играть и все остальное. Почему? Ну, я хочу снять еще раз видосик, я уже не знаю, как снимать, конечно. Рассказывать, показывать, но это просто какой-то анал карнавал. Настолько люди тупые, что просто жестяк. Ну а что сделаешь? Поэтому у меня, пацаны, я купил это третий бой на ВБРе. Вот. Третий бой я на ней гоняю. Скажем так. Поэтому не сильно тут разгуляешься, потому что пушечку, конечно, я тут выкачал. Видите? Ну, 20-миллиметровая. Смотрите, маленькая милипиздрическая пушечка. Там пух-пух-пух. При этом 2000 я там уже надамажил потихонечку. Вот. Что у нас главная задача? У нас главная задача, как бы, пройти ботов, которые там к точкам. И, естественно, взять точечки. Вот. Ну, так как я тут стоковый, и я буду помогать ребятам как возможно. При этом Т-90, смотрите, что я полил туда? Стоит Т-90, один и второй. Вот как можно играть, да? Они просто стоят и ботов боятся. На них вообще можно было их мимо проехать и, то есть, или нифиг не уехать. Да? Ну, аж чуть-чуть не. При этом у нас здесь такая серьезная движуха на центре творится. Ну, а чё? Чё, нормально. Уже 3700 дамага. То есть, в том плане, когда вы дамажите и косите фраги, очки, конечно, отрываются за счет того, кто больше косит фрагов. Что я делаю? Я подъезжаю именно сюда, знаете зачем? А для того, чтобы засветить вот этих всех. Вот этих дебилов. Знаете, почему они дебилы? Потому что это дебилы только стоять на горке, в кустах, короче, и ничего не делают для команды. Поэтому я и понял, что они тут будут стоять, поэтому я сюда поехал и брать. Смысла брать мне здесь нет точку, потому что здесь Т-90, второй Т-90, только дебил может заехать, просто брать тупо и все. Хотя в некоторых случаях можно брать, но вот уебищные кустодроты. Смотрите, вот оно чудовище, смотрите, как я его херачу. Вот она засела, блядь, ублюдок на ВБРе. Смотрите, его геймплей и мой геймплей. Оно стоит вот здесь, и все. Оно в ёбище увидело, как панды играют. Как панды все стоят в кусту, ничего не делают. Они же днища панды, это полные днари. Они кроме кустов ничего дальше, блядь, не видят. Поэтому они вот так вот здесь занимают эти места и отсасывают по полной. Ну, аж хули делать, правильно? Сосуны, блядь, просто. Кстати, прикольно здесь вот так вот, короче, полетать, да? Когда вода сверху, так прикольно. Но, тем не менее, что мы дальше делаем? Где тут я сейчас получаюсь? Да найду себе, короче. Ну, с нами дядя Ляву катается во взводе. При этом дальше рулим на ВБРчике. Я сейчас вам с перемоточкой, надо, чтобы побыстрее весь кайфушку показать. Убил чувака, который мешал здесь мне на пути. И беру дот. Теперь насчет дотов. Объясняю для тупорылых. Дот ставится где-то там, где пацаны воюют. В данном случае у нас пацаны воюют вот здесь. Видите, вот здесь. На них атакуют. Атакуют постоянно. При этом я поставил доты. Смотрите, где я поставил доты. Вот здесь. И уже смотрите, что доты делают. В этом случае доты дают просто на ротик, за щеку и все остальное, за ушко и везде, куда только возможно. Смотрите, как, что делают доты. Просто лупят всех. Всех лупят, и точка защищена. При этом я спас эту гребаную точку. Смотрите, даже вот сфинкс шотный, и то по него дамажил. Спас точку. При этом дот что-то расстрелял. И смотрите, что я делаю дальше. Дальше просто вот так вот, по-наглому, просто на похер. Через стены, хаммер, хули, хаммер, короче, все нормально. И пытаюсь выцелить, конечно, тут пушечка у нас такая, 20-миллиметровая, не сильно крутая. Так что я вообще не люблю, я вообще люблю на втурах, на ВБРе. Вот, на ходу, короче, летишь, лупишь. При этом уже 13800 дамага, пацаны, короче, 14000. Дамага, дамажу. Ну, убили козлы. Зато мы, не забываем, надамажили что-то, поставили на первую точку, защитили гребаную базу.
И я, кстати, в этом бою вам покажу один из правильно запускать грёбаный самолет стелс. Вот как правильно запускать. Почему я именно туда поставил эти турели, которые работают. Вот. Чтобы вы все понимали, зачем, куда. Поэтому я не просто так рассказываю. Итак, что у нас дальше? Дальше мы продвигаемся по карте. Смотрим, что тут у нас. Самолетик. Но самолеты я не беру для разведки. Они мне нахрен не нужны. При этом, пацаны, короче, я тут потихонечку надамаживаю. Помог пацану. Работаю сразу по уязвимой зоне. Смотрите, как работаю. Оп, и меня тут убивают. Мы по-быстрому на перемоточке. Смотрите, как идем. В принципе, идем как бы 1300. Да, мы уже даже проигрываем. Конкретно проигрываем. Ну а что сделаешь? Так, оценим ситуацию. Восьмая точка, шестая точка. Можно, в принципе, брать. На шестой уже есть пацаны. Но я решаю сделать вообще ход конем. Забить на всех, которые там воюют, толпа. Вот это стадо баранов дебильных. И я езжаю на девятую точку. Знаете почему? А потому что я на карте не вижу там никого. Просто пока в данный момент никого. И батя херачит туда. Просто туда херачит. Опа, а тут танчик, а тут танчик, а тут хоп, а тут опасный момент. Смотрите, засветился. Шик, опа, что я делаю, творю? Я просто на хаммере выезжаю красиво. Смотрите как. Опа, делаю сюда движение. Как будто я на острове Крит, короче, и все моменты я просто исчезаю. Смотрите, меня нету. Я уверен, что дебил туда поедет. Смотрите, что он делает. Он дебил, просто дебил. Я просто приезжаю, начинаю наносить дэмэдж. Просто дамажу мне кофе. Дамажу. Ой-ой-ой. Ну, тут, конечно, парни, еще одна пулька осталась. Поэтому я кручу как могу. Взял это захват вот этого танчика. Из последних сил дамажу уже 20 тысяч. 21 тысяча, простите. 21 тысяча дамага. И при этом у нас получается уже практически 22 тысячи дамага. Конечно, мы это немного проиграем, но тем не менее. Сейчас я по-быстрому покажу супер выстрел. Как надо работать самим беспилотником. Езжаем мы просто на точку для того, чтобы взять ее. И берем, естественно, точку. Берем. 3, 2, 1. Точка взята. И смотрите, что я буду сейчас делать. У нас по девятой линии, парни, просто реально по девятой, вот там вся движуха. При этом что мы делаем? Запускаем беспилотник. Вот он летит, наш красавчик. Я даже вам его покажу. В замедлении мне просто реально самому очень интересно. Смотрите, какой красавец. Ну, разве не красавец? Вообще шиги блеск. Теперь я вам покажу вот эту всю движуху. То есть мы стрелку направили так, чтобы он по прямой, реально просто по прямой отработал. При этом у нас здесь панцирь. Смотрите, вот еще, еще, еще и еще вся движуха, которая базу берет. Но при этом мой ментокрылый мусоршмит сейчас так ухерачит. Ну что, дружище, начнем веселуху. Ты готов? Понеслась. Смотрите, как красиво это все происходит. И просто народик всем. Вот так вот. И ба-ба-ба-ба. Смотрите, как красиво. 1228, 29 тысяч. Боже ты мой, 29 кэсов. И это только то, что я засветил. Смотрите, что тут происходит. Смотрите, что я тут натворил. 29 тысяч. При этом зона была зачищена. Десятка, десятки и все остальное было просто уничтожено. При этом мне, как танк, вообще похрен. Я дальше сел и поехал. Вы видите, на своих экранах 29 тысяч. На самом деле, чуть больше нанес. Ну, где-то десятку нанес. Но там, оказывается, еще было побольше. И что у нас? Мы выиграли. При этом я неплохо расчет сделал из-за того, что фраги закосил.
И отсчет тоже пошел очень в нашу сторону. Поэтому, я думаю, уже вам разжевал, растолкал, осталось только глотнуть. Для дебилов, которые стоят в кусту, ничего не делают. Вот так вот надо нагибать и тащить даже в столкновении. Вы просто даже в столкновении не можете играть. Не все, но только даунники, которые не могут накидать даже, я не знаю, 8-10 тысяч. Понимаете, 8-10 тысяч. Вот, покажу вам модификацию свою. Смотрите, у меня только-только вот туры открылись после этого боя. А так я вот на вот этих снарядиках ездил. Все, у меня практически стоковый он. Вообще все стоковый. Вот, только все открылось. При этом результаты боя. Вообще не премашина, смотрите, ребята. 38 500. Золотую медаль. Лям 325. 42 тысячи опыта. 38 вот тысяч. Видно все. И при этом это не 2 икса было. Это не 2 икса, это обычный. Так что вы можете нормально нагибать, только если включите немножечко мозги. А кому понравился бой столкновений, подписываемся на канал, ставим лайки. Думаю, мои советы были полезны. С вами был Император Prime, командир Альянса Новых. Всем пока. Удачи!